Всем привет! Вот и вышел долгожданный трейлер фильма «Веном 2». Спустя 3 года после выхода первой части, Sony наконец-то дали нам то, чего мы так долго ждали. Чем фильм будет отличаться от первой части? Что он принесет с собой? Будет ли там Человек-паук? Но давайте обо всем по порядку. Если вам понравится такой формат видео, то обязательно напишите об этом в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обязательно досмотрите до конца, в конце ролика вновь будут ваши комментарии. А с вами, как всегда, Антоп, и мы начинаем. Давайте начнем с первой картины. «Веном» вышел в 2018 году и не особо нашел отклик от критиков, но зрители высоко оценили фильм. Это неудивительно, дуэт Тома Харди в роли Эдди Брока и симбиота Венома покорил наши сердца. Пожалуй, это и графика в фильме, пожалуй, лучшее, что было. Ведь если смотреть на сюжет, то ничего революционного и нового он не показал. Вы вообще помните, как звали главного злодея первой картины? Но второй фильм должен исправить этот момент, ведь там нам обещают показать того самого симбиота, которого все ждут – Карнаж. И эту роль доверили достаточно колоритному актеру, который точно не потеряется на фоне Тома Харди. Вообще, если честно, эта ситуация напоминает мне то, что делал Нолан с Бэтменом. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что это одинаковые фильмы, но сам мотив. В первых картинах для раскачки персонажа был использован менее колоритный злодей, и упор делался именно на главного героя. А в сиквелах нам дают то, чего мы ждали, именно тех врагов, которых все хотят. У Нолана это был Джокер, а у Серкиса – Карнаж. Они оба харизматичные психи с богатой историей в комиксах. Единственное, что меня смущает, это рейтинг 16+ в фильме «Веном 2», ведь Карнаж известен своей жестокостью. Он маньяк, который истязает людей и не щадит никого. Но опять же, вспоминая Нолана и «Темного рыцаря», там удалось передать все безумие Джокера и без рейтинга 18+. Да еще как, многие по сей день считают этого Джокера лучшим. Очень надеюсь, что Серкис сможет так же и с Карнажем. Уж очень это колоритный злодей, чтобы слить его первое появление на большом экране. Ох, заговорился я о злодеях картины. Ну что тут сказать, люблю я злодеев. А что по остальному сюжету? Судя по трейлеру, тут также будет показан фирменный юмор первой картины, построенный на взаимодействии Брока и симбиота. Лично я уже успел соскучиться по этой парочке. Шоколад сегодня еще не завозили. Да ладно! Вы же обещали. И что ты сделаешь? Испепелишь меня взглядом? Давай я сожру эту стерву. Нет, нет, ты не будешь жрать вместе с чем. Что? Ничего. В интернете ходит масса слухов о появлении Человека-паука в проекте. Но на этот счет мое мнение отрицательное. Marvel сейчас сосредоточены на третьем фильме о пауке, где вроде как должен появиться долгожданный Spider-Verse. Так что если паук и будет в картине, то не больше, чем в качестве камео. Но мне кажется, даже полноценного камео ждать не стоит. Максимум мимолетное упоминание, как например было показано в трейлере другого фильма от Sony «Morbius». А что вы думаете на этот счет? Обязательно напишите в комментариях. Пожалуй, на этом сегодня и закончим. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свое мнение о будущей картине в комментариях. И напишите, интересна ли вам такая новостная рубрика. Стоит ли делать еженедельные выпуски со всеми новостями кино, мультфильмов и комиксов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Ведь это помогает развитию канала. С вами был Антоп. А вот и ваши комментарии.